Участниками проекта «Вне инфоведения» в этот раз стали семиклассники городских школ. Их выбрали не случайно. Именно в 7 классе ребята начинают изучать физику. Поэтому важно на первых этапах заинтересовать их в этом предмете и объяснить, что это не просто еще одна школьная дисциплина, а целая наука, полная удивительных фактов. Они еще пока не понимают, как физика окружает их и как потом можно с ней связать свою жизнь. Поэтому мы сделаем такой небольшой вводный курс. Ребята узнали о том, почему интересно заниматься физикой и где именно можно применить эти знания в ядерном центре. Что нужно сделать, чтобы стать настоящим ученым. Обо всем этом детям рассказал сотрудник ВНИЭФ Георгий Рогожников. Я думаю, главной изюминкой моего доклада – это доступное изложение вещей, которые, в принципе, они будут узнавать только через несколько лет в школе и, может быть, даже в институте, а может быть, даже после того, как придут работать, например, в какое-то научное учреждение. У современных школьников есть интерес к науке, отмечает специалист. И сегодня в глазах детей быть ученым – это престижно. Если человек может получить четкий ответ на вопрос, а что же я буду делать, если буду заниматься наукой через несколько лет, тогда действительно он может поставить себе такую цель и, скажем так, работать в данном направлении. С интересными фактами из мира физики знакомились семиклассники лицея номер 3 и 16 школы. Лекция ученого пробудила у ребят большой интерес и желание дальше постигать все тайны этой непростой науки. Сегодняшняя лекция мне очень понравилась. В школе физики я что-то понимаю, что-то нет. И эта лекция помогла мне немного углубить свои знания. 12 февраля подобная встреча будет организована для учеников 7 классов других школ города. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.